Здравствуйте, уважаемые участники муниципального этапа Олимпиады по немецкому языку для школьников. Я приветствую вас на видеоразборе заданий данной Олимпиады. Олимпиада проходила для 7-8 классов и 9-11 классов. Давайте посмотрим, какие задания предлагались учащимся 7-8 классов. Всего было 5 блоков заданий: чтение, аудирование, лексико-грамматический тест, письмо и страноведение. В задании по чтению было две части. В первой части вам предлагался текст, которому было 12 утверждений, в которых вы должны были определить, соответствуют они содержанию текста, richtig, не соответствуют, falsch, или такой информации не содержится в тексте. На презентации вы можете видеть правильные ответы, они отмечены зеленым, а также места в тексте, на основании которых вы можете сделать вывод о том, какой из ответов правильный. Во второй части задания по чтению вам был предложен текст из нескольких фраз, которые были разбиты на две части. Ваша задача была найти вторую часть, подобрать к первой части продолжение. На что хочется обратить внимание в этом задании? Когда вы пытаетесь подобрать вторую часть, пожалуйста, учитывайте не только содержание, но также и грамматические и лексические формы, которые вам помогут объединить первую и вторую часть. Например, в предложении 13 ему соответствует вариант J. На информационен über interessante Computerspiele, Informatik und das Internet finde ich viel wichtiger. Обратите внимание, глагол finde, сказуемое, стоит с окончанием и, что свидетельствует нам о том, что подлежащим является местоимение первого лица единственного числа. Из всех предложенных вариантов у нас это один единственный случай, jod, ich viel wichtiger. Также во всех остальных случаях у нас есть определенные маркеры, которые вам помогут не запутаться и помогут решить это задание правильно. Правильные ответы представлены внизу в таблице. Те моменты, на которые нужно обратить внимание для выбора правильного ответа, также отмечены зеленым и в первой, и во второй части чтения. Следующее задание – это задание на аудирование. Вам был предложен текст на немецком языке. Задание состояло из двух частей. В первой части было предложено 12 утверждений, нужно было определить, соответствуют они содержанию прослушанного вами текста, либо не соответствуют. Правильные ответы также вы можете видеть на слайде. Они помечены зеленым цветом. Во второй части текста было предложено 8 утверждений, которые нужно было дополнить одним из трех вариантов ответа. Правильный ответ также выделен зеленым. Подробнее хочу остановиться на лексико-грамматическом задании, которое включало также в себя две части. В первой части в задании было 10 пропусков, которые обозначены буквами. Эти пропуски вам нужно было заполнить самостоятельно, исходя из того, какое слово вы посчитаете правильным. На что, на ваш взгляд, отсутствует в данном предложении? В большинстве случаев у нас пропущена какая-то грамматическая часть. Например, в первом случае между предлогом и существительным явно должен стоять артикль. Ich gehe gern in die Schule. Слово «школа» женского рода. Иду куда? Падеж аккузатив, поэтому добавляем артикль «die». In die Schule. Во втором случае лексический пропуск, который легко восстанавливается, исходя из контекста. В классе 30 учеников – это девочки и, соответственно, мальчики. Jungen. Следующий пропуск. Die meisten Lehrer. Второе место в предложении традиционно занимается глаголом сказуемым. Die meisten Lehrer sind nett. Пропуск под буковкой D. Пропущен артикль перед существительным. Na sitzt mein bester Freund Klaus. Притяжательное местоимение mein.
следующий пропуск. И им рюкзак. Также второе место в предложении. Пропущен спрягаемый глагол. Здесь могут быть два варианта. Habe ich ein Buch Papier zum Schreiben und so weiter. Либо ношу я. Trage ich ein Buch Papier und so weiter. В пропуске F перед существительным у нас также пропущен артикль. Слово radiergummi мужского рода. Смотрим на глагол «я имею» или «я ношу» кого что, падеж аккузатив «einen radiergummi». Следующий пропуск. Глагол сказуемое стоит на втором месте с окончанием «е». Отсутствует подлежащее. Однозначно вставляем подлежащее «ich». «Ich brauche». «На das Lineal brauche ich für Mathematik». В следующем пропуске. У нас также пропущено подлежащее, безличное предложение. In der Pause ist es immer lustig. Следующие два пропуска пропущены также сказуемые, пропущены сказуемые, которые легко восстанавливаются на основании контекста. На wir essen Pausenbrot. На с бутербродами что можно делать? Ну, явно кушать. На wir essen Pausenbrot und trinken etwas. Но в следующем случае во дворе мы футбол играем. Spielen Fußball. Это была первая часть лексико-грамматического теста. Во второй части лексико-грамматического теста также было 10 пропусков, которые нужно было заполнить словами, которые даны вот здесь вот внизу. Внизу слов у нас несколько больше, 4 слова лишних. Нужно было выбрать нужное слово, которое подходит в соответствующий пропуск, и поставить его в нужной форме. Давайте посмотрим. На первый пропуск. Ответ: пропущено слово на втором месте. Явно пропущен спрягаемый глагол. Сложный случай. Нужно выбрать глагол mögen. Любить, нравится. И согласовать его с подлежащим ich. Ich mag nicht alle Schulfächer gleich gerne. Второй случай достаточно простой. Sport ist mein Lieblingsfach. Любимый предмет. Sport könnte jeden Tag sein. На местоимение jeden указывает на то, что потом у нас следует существительного мужского рода. Поэтому альтернативный вариант Woche сюда не подойдет, поскольку Woche женского рода. Подойдет только Tag. Deutsch ist eine schwere Sprache. Ich muss viele Übungen machen. Опять же, смотрим на структуру предложения. На втором месте стоит глагол müssen. Значит, в конце предложения должен стоять инфинитив смыслового глагола. Из тех глаголов, которые нам тут предложены, подходит глагол machen. Делать упражнения. Übungen machen. В шестом случае второе место. Ищем спрягаемый глагол. Подлежащее ich, English. Я говорю по-английски. Я говорю на английском. Вставляем глагол sprechen в нужной форме. English spreche ich gut. В седьмом случае. Biologie ist. Вставляем предикатив interessant. Биология интересная. Похожий случай восьмой. С той разницей, что здесь мы опять на второе место ставим глагол. Глагол interessieren. Подлежащее. Geschichte – история, поэтому глагол ставим в третьем лице единственного числа. Geschichte interessiert mich sehr. История меня очень интересует. Девятый пропуск. Перед, потом артикль множественного числа. Мы пишем еще две контрольных работы. Когда? Перед каникулами. For den Ferien. И в последнем пропуске вставляем существительное note. На я получаю что? Хорошую оценку. Eine gute note. Кто-то написал Zeugnis. Теоретически оно может быть, но нам мешает здесь артикль. Eine. Нужно существительное женского рода. Да, поэтому подходит однозначно только слово «ноте». «Eine gute Note». Хочется отметить, что с этими тестовыми заданиями
школьники справились достаточно хорошо, в том числе и с лексико-грамматическим тестом, что нас, безусловно, очень порадовало. Еще одно тестовое задание – это задание на страноведение. В этом году по страноведению вам были предложены две темы. 10 вопросов касались жизни и творчества немецкого писателя Гофмана. Зелененьким выделены правильные ответы. И следующие 10 вопросов касались жизни и творчества Федора Михайловича Достоевского в период, когда он находился в Германии. Также зеленым вы можете видеть правильные ответы, выделенные ответы. Все эти 4 блока заданий, то есть чтение, аудирование, лексико-грамматический тест и страноведение, проверяются по ключам. То есть апеллировать к ключам невозможно, лишь в том случае, когда вы написали правильно, а вам вдруг зачли неправильный ответ, то есть какая-то техническая ошибка произошла. В этом случае, да, безусловно, можем посмотреть. Подробнее хочу остановиться на задании «Письмо». Для 7-8 классов мы предлагаем начало истории и конец истории. Ваша задача была написать серединку истории. Объем для учащихся 7-8 классов примерно 150 слов. На что хочу обратить ваше внимание? На содержание. На содержание в данном случае это самое главное. Содержание должно у нас вписываться, подходить и к началу, и к концу истории. Да, то есть оно логично должно вытекать из начала и логично должно приводить к тому окончанию истории, которое у нас есть. Смотрите, в начале у нас говорится про то, что разговаривают девочка и мальчик, да, Райнер, мальчик, и второй персонаж, девочка. Да, и мальчик говорит, что он знает, где есть много змей. Да, вот эти вот Schlangen – это тоже важное слово для того, чтобы вы правильно решили коммуникативную задачу, чтобы вы правильно придумали содержание, продолжение истории. Да, девочка сразу понимает, что у Райнера родился какой-то план в голове. Да, но она, по всей видимости, боится змей, поскольку она кричит: «Нет, ни за что в жизни я туда не пойду с тобой». Дальше что-то происходит. Что происходит, нужно было вам придумать. Да, и у нас есть окончание истории. Опять у нас Раймер говорит с этой девочкой, и он ей говорит: «Ты молодец, ты храбрая девочка», собственно, как мальчик. Да, то есть, по всей видимости, они все-таки туда пошли, и девушка сделала что-то очень мужественное, что-то очень храброе, совершила какой-то важный поступок, что Райнер ее оценил, да, и похвалил ее за храбрость. Да, вот что же там такое произошло, вам и нужно было написать. Да, это содержание. Все письменное высказывание у нас с вами оценивается по двум критериям. Давайте посмотрим. Да, первый критерий – это как раз содержание. Да, то, что мы сейчас с вами обсудили, за него максимум вы можете получить 10 баллов. Если вы раскрыли содержание, придумали интересную историю, которая вписывается и в середину, и в конец, сюжет у нас понятный, динамичный, интересный, максимум вы можете получить 10 баллов. Да, чем меньше объем, в данном случае у нас объем указан для старших классов, для 9-11, да, по 7-8 он должен быть меньше, он должен быть в пределах 150 слов. Да, если у вас совсем мало слов, то вы получаете меньше баллов. Да, если у вас ваша история не совсем совпадает с началом или с концом, вы также не можете получить максимальные баллы, но можете получить где-то вот серединочку, да, 3-4, возможно, 5 баллов. Но если ваше содержание никаким образом не вписывается в задание, не соответствует заданию, да, то, к сожалению, мы за содержание ставим 0 баллов, считаем, что коммуникативная задача не решена, рассказ не получился, цель не достигнута. И в таком случае вот это важно,
что по дальнейшим критериям, по языковым критериям работы не проверяется. То есть за все письменное задание, за все креативное письмо выставляется 0 баллов. Поэтому если у вас за письменное задание стоит 0 баллов как итоговая оценка, то, скорее всего, вы не справились именно по содержанию. Но еще 10 баллов вы можете получить за языковое оформление вашего текста. Да, смотрите, также максимум 10 баллов. Здесь у нас 4 критерия. Первый критерий – это композиция, максимум 2 балла. Да, здесь мы смотрим за логикой, насколько логично происходит изложение текста, присутствуют ли средства логической связи, разделен ли текст на абзац или на реплики. Да, это композиция, 2 балла. Следующий критерий – это лексика. По лексике можно получить максимально 3 балла. Но если у вас хороший, широкий словарный запас, если вы адекватно используете лексические единицы, слова, используете те слова, которые нужны, и они хорошо передают тот смысл, который вы в них закладываете, вы можете получить максимум 3 балла. Но в данном случае допускается не более одной лексической ошибки. Да, чем больше лексических ошибок вы допускаете, чем менее интересную лексику, менее бедную лексику вы используете, тем меньше баллов вы получаете за лексику, за лексическое оформление текста. Но если вы все время повторяете одни и те же слова, то балл по лексике будет невысокий. Но при использовании стандартной, однообразной лексики ставится 1 балл. 0 баллов ставится, если словарный запас крайне ограничен и если в тексте очень много лексических ошибок, 7 и более неправильно использованных слов. По грамматике у нас также могут быть поставлены максимум 3 балла. Чем больше ошибок грамматических вы делаете, тем меньше баллов вы получаете. 0 баллов при 8 и более грамматических ошибок. И еще один критерий – это орфография и пунктуация. Максимум 2 балла. Если в работе нет орфографических ошибок, пунктуационные ошибки мы рассматриваем очень лояльно. То есть вы должны выделять запятыми придаточные предложения, и в конце предложения должна быть либо точка, либо знак восклицания, либо знак вопроса, в зависимости от коммуникативной цели вашего предложения. Все остальные пунктуационные ошибки не учитываются, орфографические учитываются. На максимальный балл 2 в работе допускаются 1-2 пунктуационные ошибки, но нет орфографических. Если появляются уже орфографические ошибки, то оценка за орфографию и пунктуацию снижается, вы можете получить 1 балл. Если в тексте более 4 орфографических и или пунктуационных ошибок, тогда, к сожалению, по этому критерию выставляется 0 баллов. Итак, это языковое оформление текста, композиция 2 балла, лексика 3 балла, грамматика 3 балла и орфография, пунктуация 2 балла. Всего 10. 10 за содержание, 10 за языковое оформление, максимум за письмо 20 баллов, так же, как за все остальные блоки заданий. Также хочу обратить ваше внимание вот на это примечание. От общего количества ваших баллов, которые вы получили за креативное письмо, 1 балл может быть снят, во-первых, за недостаточный объем письменного сочинения, когда сочинение хорошее, отличное, замечательное, но очень маленькое, но содержание при этом не пострадало, мы можем снять 1 балл. Либо, чем грешат некоторые участники, за небрежное оформление рукописи. Если вы очень непонятно пишете, очень грязно, много зачеркиваний, перечеркиваний, каких-то помарок, грязи на работе, мы можем снять 1 балл за небрежное оформление рукописи. Если вы не набрали максимальное количество баллов, но при этом очень креативно, очень творчески подошли к выполнению поставленной задачи, жюри может прибавить 1 балл дополнительно. Это критерии оценки письменного высказывания. Таким образом, по 7-8 классам 5 блоков заданий, за каждый блок максимум 20 баллов, всего 100 баллов за всю Олимпиаду. Теперь переходим к разбору заданий 9-11 класса.
Для 9-11 классов также было предложено 5 блоков заданий: чтение, аудирование, лексико-грамматический тест, страноведение и письмо. Типы заданий все те же самые, что в 7-8 классах. Единственное другое наполнение. Да, наполнение идет на более сложном уровне. Давайте посмотрим. Чтение. Первая часть. Предложен текст. Он уже более обширный по объему, но он побольше у нас. К нему также предложены 12 высказываний. Нужно определить, соответствуют они содержанию текста, richtig, не соответствуют содержанию текста, falsch, либо такой информации в тексте мы найти не можем, steht nicht im Text. На презентации также вы можете видеть правильные ответы, они отмечены зеленым, и то место в тексте, которое нам дает необходимую информацию для того, чтобы ответить правильно. Да, вот здесь вот на полях это вынесен номер вопроса, по которому нам тут есть информация. Да, это первый текст. Продолжение первой части чтения. Да, правильные ответы вот здесь. Вторая часть задания по чтению. Также нам представлено несколько высказываний. Начало высказываний, к которому мы должны подобрать вторую часть, окончание этих высказываний. Все вместе высказывания дают связный текст. Также внизу в табличке вы можете видеть правильные ответы на это задание. Также хочу обратить ваше внимание на то, что правильное продолжение высказывания подбирается не только по содержанию, но и по грамматическим признакам. Да, пожалуйста, всегда обращайте внимание на те маркеры, которые присутствуют в тексте. Давайте мы это с вами также посмотрим. Первое предложение у нас, 13 номер. Chefredakteur von Stern, Henry Mannen, ist damals. Смотрите, у нас есть лексический маркер. Damals, тогда, в то время, в прошлом. Да, то есть речь идет о прошлом. Соответственно, мы можем предположить, что вот этот вот глагол ist является ничем иным, как вспомогательным глаголом для образования прошедшего времени perfect. Давайте посмотрим, какие варианты у нас подойдут для того, чтобы образовать прошедшее время perfect. Да, раз ist стоит на втором месте, значит, в конце предложения у нас должен быть смысловой глагол в форме причастия второго. Из всех вариантов нам может подойти вариант «Er beruflich Karriere in der Forschung gemacht». Давайте проверим по грамматике и по смыслу. Уже не подходит, да? Вспомогательный «ist», значит, должен быть глагол один из трех групп. Либо глагол движения, либо глагол изменения состояния, либо один из глаголов исключения, которые нужно запомнить. Глагол machen у нас туда не относится. Machen – глагол переходный, используется со вспомогательным глаголом haben. В остальных случаях, так, вот здесь вот еще есть teilgenommen, то же самое используется в перфекте с глаголом haben. А вот вариант F, auf die Idee gekommen, мы видим с вами глагол kommen с приставочкой ge, это причастие второе. И глагол kommen – это у нас как раз глагол движения, который perfect образует с глаголом sein. Да, то есть единственный вариант чисто по грамматическим признакам, который мы можем определить, даже не переводя все остальное, это вариант F. Да, соответственно, 13F. Пожалуйста, посмотрите также и на остальные высказывания. У них во всех есть какие-то маркеры, которые вам помогут подобрать правильное продолжение для высказываний, для текстов. Следующее задание. Задание на аудирование. Также был достаточно длинный текст предложен для прослушивания. К первой части текста было 10 высказываний. Нужно было определить, соответствуют они содержанию прослушанного текста, не соответствуют, либо такой информации в тексте не стояло. А то есть по содержанию текста мы не можем сказать, правильно это или неправильно, непонятно. Но посмотрите на правильные ответы, они выделены зеленым на слайде. Ко второй части текста было предложено еще 10 высказываний, которые нужно было дополнить по смыслу одним из 4 вариантов ответа. Также правильные варианты отмечены на слайде зеленым.
Следующая часть, тестовая часть, это страновидение, так же, как в 7-8 классах. 20 вопросов, 10 вопросов по творчеству Гофмана, 10 вопросов по творчеству, по жизни и творчеству Федора Михайловича Достоевского в период, когда он находился в Германии. Правильные ответы отмечены зеленым. И лексико-грамматический тест. На нем давайте мы с вами тоже остановимся подробнее. Посмотрим, что нужно было вставить в пропуски. К сожалению, с лексико-грамматическим тестом справились не так хорошо, как нам хотелось бы. Давайте разбираться. Первая часть. Опять мы самостоятельно вставляем слова, которые, на наш взгляд, должны подходить в эти пропуски. Давайте смотреть. Первый пропуск. Da mich in letzter Zeit so viele gefragt. На глагол fragen стоит в форме причастия второго. На первом месте в предложении стоит союз da, который вводит придаточное предложение. Соответственно, в конце должен стоять глагол, являющийся частью сказуемого, изменяемой частью сказуемого. На глагол fragen обычный. Переходный, вспомогательный глагол haben. Давайте найдем подлежащее. Viele. Да, многие спрашивали. Соответственно, вспомогательный глагол haben. Ставим форму множественного числа третьего лица. Haben. So viele gefragt haben. Wie meine Arbeit aussieht, möchte heute einmal von meinem Alltag berichten. Смотрите. Пропущено. Подлежащее, сказуемое möchte. Möchte нам дает понять, что есть два варианта. Либо это подлежащее первого лица единственного числа, либо третьего лица единственного числа. В предложении также есть притяжательное местоимение meinem, которое помогает нам понять, что здесь все-таки подлежащее первого лица ich. Да, ну и раньше было да, mich, meine. Речь идет о местоимении первого лица единственного числа. Möchte ich berichten. Следующий пропуск достаточно простой. Ich. Пропущен явно какой-то глагол на втором месте. И смотрим в конец. Форма глагола werden, geworden. Причастие второе. То есть нам нужен вспомогательный глагол опять для перфекта. Глагол werden, глагол исключения. В перфекте используется со вспомогательным глаголом sein. Ich bin im Internet groß und berühmt geworden. Следующий пропуск. Обратим внимание, что он стоит после запятой, и сказуемая, изменяемая часть сказуемого стоит в самом конце предложения. Значит, начинается придаточное предложение. На первом месте в придаточном предложении стоит союз. Да, самое лучшее – это то, что я могу работать. Да, союз das вводит дополнительное придаточное предложение. Ohne das ich aus, aus gehe. У нас стоит предлог, у нас стоит существительное. Между предлогом и существительным не хватает явно артикля. Да, либо aus dem, aus gehe. Второй вариант – притяжательное местоимение. Aus meinem Haus gehe. Да, dem или meinem. Любой из вариантов подойдет. Следующий пропуск. Смотрите, достаточно сложный. Dass ich mein Geld verdiene ohne arbeiten. Да, выделяется запятыми. Значит, это у нас начинается какая-то своя особая самостоятельная синтаксическая конструкция. В конце – инфинитив. Arbeiten, да, никаких подлежащих нету, значит, мы с вами можем допустить, что это у нас инфинитивный оборот ohne zu, не делая чего-то. Да, я зарабатываю свои деньги, не работая. На ohne zu вставляем частичку zu перед инфинитивом, в инфинитивном обороте. Следующий пропуск, опять второе место, значит, нужен какой-то спрягаемый глагол. Смотрим, что у нас есть в конце. А в конце у нас есть смысловой глагол besitzen в форме инфинитив.
Раз он стоит в форме инфинитив без частицы цу перед ним, значит, на втором месте у нас должен быть какой-то модальный глагол. Выбираем по смыслу «нужно». Да? Нужно обладать техническими знаниями о компьютере. Man muss viel technisches Wissen über Computer besitzen. Следующий пропуск в этом же предложении. Опять смотрим на сказуемое. Изменяемая часть сказуемого стоит в самом конце. Значит, это у нас с вами опять придаточное. Значит, нужен какой-то союз. Думаем, когда нам нужно обладать техническими знаниями? Нужно обладать техническими знаниями, если хочешь делать все профессионально. Союз «если». Опять же, два варианта. Наиболее традиционный – это «when», либо подойдет также вариант «false», более литературный. Следующий пропуск под буковкой «и». У нас есть «gutes video». Стоит существительное. Глагол стоит на втором месте. То есть то, что пропущено, у нас должно обязательно относиться вот к этому существительному. Но пропущен артикль «ein». «Ein gutes video». Определенный артикль в данном случае не подойдет, потому что у нас у прилагательного стоит окончание «s», которое может быть только после неопределенного артикля «ein». Поэтому вставляем «ein». «Ein gutes video». И последний пропуск в данной части задания – это местоименное наречие «держауф», которое у нас связано с глаголом «vorbereiten», да, «sich vorbereiten auf etwas». «Auf» – это управление глагола «sich vorbereiten», поэтому вставляем местоименное наречие, образованное именно с таким предлогом «держауф». Да, мне нужно к этому правильно готовиться, да, к тому, чтобы снять хорошее видео. К этому нужно готовиться. Sich vorbereiten auf etwas. Darauf. Это была первая часть. Вторая часть. Во второй части у нас есть также 10 пропусков, которые нужно заполнить словами, которые приведены после текста. Опять же, давайте посмотрим. В первом случае опять у нас на первом месте стоит союз, соответственно, в конце должен быть спрягаемый глагол, подлежащий «ich». Глагол выбираем по смыслу глагол «auskennen», согласуем с подлежащим «auskenne». Обратите внимание, что это у нас последнее место в предложении, да, поскольку придаточное предложение, мы приставку «aus» не отделяем и пишем вместе. Приставка в данном случае не отделяется. Написание слитное. Auskenne. Второй случай. Опять же, по смыслу мы выбираем с вами глагол helfen. Вставляем его в нужной форме. Ein Angestellter mir hilft. Да, Angestellter, третье лицо, единственное число. У глагола hilft. Глагол helfen сильный. Не забываем менять корневую гласную «e» на «i». На hilft. В третьем случае по смыслу нам нужно существительное. Смотрим глагол экономить, что можно как экономить какие-то деньги, да, издержки. Kosten. Вот оно существительное, которое нам подходит. So kann ich Kosten sparen. В четвертом случае нам опять нужен глагол. Небольшая веб-камера. Мне что-то там, да, камера. Что-то. Мне не хватает камеры. Reicht mir nicht mehr. Камера – третье лицо, единственное число, поэтому согласуем глагол с подлежащим. Reicht nicht mehr. В пятом случае у нас стоит предлог с артиклем среднего рода ins. Соответственно, нужно вставить какое-то существительное. Куда мы можем загрузить видео? В сеть, в интернет. Для слова «интернет» у нас подходит слово «нетс» – «в сеть», «выложить в сеть». «Ins Netz». Следующий пропуск, шестой. Мы приобретаем новых поклонников. На «приобретать поклонников», «приобретать друзей» – это «fans gewinnen».
да, поскольку с прягаями глагола здесь вот möchte, да, я хотел бы приобрести новых друзей, глагол gewinnen мы ставим в инфинитиве. Да, модальный глагол möchte с инфинитивом смыслового глагола. Следующий пропуск, седьмой. Что-то должно стоять на первом месте, при этом у нас есть подлежащее, обе части сказуемого, и вроде как предложение у нас полное. Да, я должен отвечать на много комментариев. Соответственно, в начале у нас может стоять, например, какое-то наречие, либо отражающий образ действия. Да? Außerdem. Кроме того, muss ich auf die vielen Kommentare antworten. Восьмой случай. Опять смотрим на то, что стоит перед пропуском. Keinen. На keinen нам свидетельствует о том, что затем пойдет существительное мужского рода. Ich hätte keinen Erfolg. У меня не было бы успеха. Девятый пропуск. Опять у нас есть модальный глагол wollen. Но перед ним, соответственно, должен идти смысловой глагол в форме инфинитива. По смыслу выбираем глагол. Глагол kritisieren, критиковать. И оставляем его в форме инфинитива. На Leute, die dich einfach nur kritisieren wollen. И последний пропуск, десятый. Глагол mögen, да, пропустим второе место, пропущен глагол, подлежащий ich. По смыслу выбираем глагол mögen, ставим его в нужную форму. Mag, да, ich mag. Конструктивный критик, mag ich sehr. Это лексико-грамматическое задание. Пожалуйста, всегда обращайте на внимание на синтаксическую структуру предложения и, опять же, на те маркеры, на те слова, которые вам помогут понять, чего не хватает в данном пропуске, что отсутствует. Очень часто это какие-то артикли или предлоги. Вот это, если вы будете обращать внимание не только на смысл, но опять же и на грамматическую структуру текста, она вам во многом поможет. Она поможет справиться с такими типами заданий. И давайте мы с вами вернемся к письменному заданию, к письму. Оно у нас опять традиционное, да, креативное письмо. Дано начало истории, дан конец истории. Ваша задача – писать среднюю часть. Придумать середину истории так, чтобы она логично вписывалась в начало и в конец. Чтобы она была логичным продолжением начала и чтобы из нее логично вытекал конец истории. Объем письменного сочинения для 9-11 классов в пределах 300 слов. На максимальный балл достаточно 200-300 слов. Да? То есть, в принципе, вы можете написать на треть меньше, чем здесь заявлено. Но если будет содержание интересное, нетривиальное, полностью соответствующее началу и концу, вы можете получить максимальный балл за содержание. Критерии выполнения письменного сочинения такие же, как мы рассматривали для 7-8 класса, две части. Первое – это содержание, максимум 10 баллов. Обращайте внимание на то, чтобы ваш сюжет был понятен, динамичен, интересен, нетривиален и полностью соответствовал началу и концу истории. Если вы не дотягиваете по объему, если у вас меньше слов, чем заявлено, тогда вы не можете получить максимальный балл, но все равно можете получить достаточно высокий балл за содержание. Однако, если ваша история не вписывается в начало и в конец, не соответствует поставленному заданию, содержание будет оценено очень низко. Если вы пишете вообще не о том, за содержание, к сожалению, вы получите 0 баллов. И при выставлении 0 баллов за содержание дальше работа по языковым критериям не проверяется. То есть за все креативное письмо вы получаете 0 баллов. Если у вас в итоговой оценке стоит 0 баллов по письму, по креативному письму, значит, абсолютно точно, вы не справились с содержанием. Вы написали что-то такое, что
не соответствует заданию. Да, видимо, не поняли начало или конец текста и написали что-то совсем не то. Да, поэтому за содержанием, пожалуйста, всегда внимательно следите. Оно должно соответствовать ровно той задаче, которая перед вами поставлена. Языковые критерии, такие же, как мы разбирали с 7-8 классом, над композицией, логика высказывания, да, членение на абзацы максимум 2 балла, лексика максимум 3 балла, лексический запас должен быть хороший, развернутый, широкий, желательно использование синонимов и точное использование тех лексических средств, которые необходимы для адекватной передачи смысла. Да, допускаются лексические ошибки на максимальный балл не более 1. По грамматике 3 балла. Опять же, грамматические конструкции должны быть развернутые, сложные. Пожалуйста, не бойтесь употреблять какие-то сложные глагольные формы. Я имею в виду, например, пассив, да, глаголы ставить в пассивный залог, а также сложные синтаксические конструкции, например, придаточные предложения или инфинитивные обороты. Да, они только украсят ваши письменные сочинение. Не бойтесь использовать прилагательные, да, эпитеты, определения. Это вам и в лексике будет большой плюс, и в грамматике не забывайте их согласовывать с существительными, да, то есть правильно выставлять окончания у прилагательных, следить за склонением прилагательных. Да, орфография, пунктуация, также максимум 2 балла. Да, если нет ошибок, то получаете 2 балла за орфографию, пунктуацию. Если ошибки присутствуют, особенно орфографические, да, то мы уже снижаем этот критерий. Здесь нужно быть особенно внимательным тем учащимся, у которых первый язык английский. Бывает, что вы слова немецкие пишете с английскими буквами. Пожалуйста, вот этот вот момент отслеживайте, чтобы буковки были немецкими. Но это что касается критериев. Значит, за языковое содержание также 10 баллов. Итого максимум за письменное содержание, за письменное сочинение у нас может быть с вами 20 баллов. То же самое, да, если небрежно оформлена рукопись, чрезвычайно небрежно, если непонятно, что вы пишете, мы можем снять 1 балл за оформление рукописи. Либо добавить 1 балл за творческий подход к выполнению поставленной задачи. Давайте еще раз вернемся к самому заданию и посмотрим, что же вам тут нужно было сделать. К сожалению, также не все выполнили письменное задание и не все выполнили его правильно из тех, кто выполнил. Да, смотрите, по содержанию истории у нас присутствует 2 героя. Райнер, мальчик, и какая-то девочка, с которой он разговаривает. Да, Райнер очень воодушевленный, вдохновленный, говорит: «Я знаю, где есть Ratten, крысы». Девушка сразу понимает, что он что-то задумал, но совершенно не хочет в этом участвовать. Да? Она говорит: «Я никогда в жизни туда не пойду, тебе и не думай даже». И Райнер ее обвиняет: «Ты трусиха, такая же, ты совсем не лучше, чем твои глупые подружки. Девочки такие девочки». Потом что-то происходит. Что происходит? Вам нужно было придумать, что у нас приводит к завершению истории. А в концовке истории у нас Райнер, тот мальчик, который, да, что-то придумал там с крысами, он у нас плачет. Да, и рядом с ним находится эта девочка. Райнер, наплакавшись, выплакавшись, берет ее за руку, да, и говорит: «Ты храбрая девочка, ты мужественная девочка, собственно, такая же, как все, как мальчики». Да, то есть опять у нас эта девушка, с которой он разговаривал, что-то такое совершила, храбрая, мужественная, да, совершила какой-то храбрый поступок. Райнер у нас, видимо, испугался или повел себя как-то не очень хорошо, да, он заплакал в результате всей этой истории, а вот девочка вела себя молодцом, да, храбро справилась со всеми трудностями, которые их там встретились. Да, вот что же там такое произошло, что заставило Райнера плакать, а девочку вести себя мужественно, так же, как мальчик, да, нужно было придумать. Да, в этом состояла ваша задача в письме. Да, итак, суммируем.
Вот в 9-11 классах задания были по 5 блокам. Чтение максимум 20 баллов, аудирование максимум 20 баллов, лексико-грамматическое задание максимум 20 баллов, страноведение 20 баллов и креативное письмо. Также максимум 20 баллов. Итого максимальный балл за всю Олимпиаду 100 баллов. Надеюсь, что я смогла рассказать вам про все задания, про все ответы, и вы теперь поняли, какие варианты правильные. Да, если вы что-то сделали во время Олимпиады неправильно, теперь вы разобрались, как нужно было сделать правильно и почему вы допустили те или иные ошибки, и теперь их не будете больше повторять. Все, на этом мы заканчиваем наш видеоразбор заданий. Желаю вам всего хорошего, удачи, ждем вас на следующем этапе Олимпиады школьников по немецкому языку в этом году, тех, кто набрал хорошие баллы, и в следующем году всех желающих. Спасибо, до свидания.